Господа, сегодня я понял, что я счастливый человек, потому что за те 28 лет, что я живу на планете Земля, я очень редко был в поликлиниках. Ну, действительно, наверное, пару раз, ну, не считая детства, конечно. Ну, как-то вот эта вот вся медицинская истерия мимо меня прошла. Ну, и сегодня по заданию редакции я должен буду проверить несколько поликлиник Иркутска. Ну, начнем, пожалуй, вот с этой поликлиники на Бурлова, студенческая поликлиника. Так, внимание, ведется видеонаблюдение. У меня тоже камера с собой. О, можно в замочную скважину посмотреть. Туалет. Это же практически святая святых. Это туалет. Ну, я бы, наверное, воспользовался этим туалетом, если бы очень сильно хотелось. А так, что-то, наверное, и потерплю. О, цитаты разные. Будущее принадлежит медицине профилактической. Вот так вот. Я только думаю, что вряд ли в таком здании может быть какое-то будущее. В общем, моя медицинская неосведомленность, а порой просто детская наивность, мне сыграла со мной очень злую шутку. Я поехал проверять поликлиники после обеда, когда там нет очередей. Ну, кто приходит в поликлиники после обеда? Ну, только вот журналисты, наверное, и все. Не, я ошибался. Ну, какая поликлиника без очередей? Все как полагается. Все как надо. Здрасте. Очереди есть. А вот так выглядит график работы врачей. Вот я никогда не понимал, что здесь вообще столько цифр. Ничего не понятно. Вот инфекционный кабинет по записи. Как записаться-то? Скажите, пожалуйста, сложно ли попасть узкому специалисту здесь, в поликлинике, в отеле? Сложно, как по всей стране. Везде так. Вы записываетесь? Записывалась вот к ревматологу, наверное, недели две назад. Упала и на ногу расшибла, и мучаюсь, и ждала. Да, по всей стране так. А сейчас я иду в поликлинику, в свою поликлинику, которая, ну, по месту моей прописки. Вот, давно хотел справочку получить в бассейн, но я к ней даже не приписан. Сейчас попробуем на себе, так сказать, испытать все вот эти прелести. Здравствуйте, а не подскажете, где можно прикрепиться к поликлинике? Крепчинорки, прям по коридору с правой стороны. Спасибо, да, спасибо большое. Общая очередь. Процедурный. О, я записался. Я не хотел этого сделать. Нет. Перед вами два человека. Цивильно. Федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника». Вот оно что. Это образцово-показательное медицинское учреждение, друзья мои. Сейчас покажу то, от чего вообще просто голова кругом идет. Смотрите, здесь диваны. Диваны в поликлинике. О, мамма мия. Вот это сервис. Добрый день. Хочу вступить в ваш клан. Вот, смотрите, у меня тут все готово. Это не надо? А, это не надо? Куда идешь? Куда иду? Да. Не, никуда не иду. Вот чисто так, чтобы было. Четвертый участок. Отлично, четвертый. Можете идти. Мне больше ничего не надо? Нет, ничего не надо. Красота. Спасибо огромное, всего доброго. Не, ну вы сами все видели. Это, конечно, поликлиника, да. Я такого никогда не видел. Вот у меня в детстве там придешь очереди. Ну, то, что было вот до этой поликлиники. Здесь прям... Если это будущее медицины, то я хочу жить в таком будущем. Надеюсь, что вы тоже. Евгений Шуев, новости по будням.